Всем привет, ребятушки! Приветствую вас у себя на канале. Сегодня хотел бы вам рассказать, собственно, с чем я сталкиваюсь каждый день, когда включаю Uber. Что первонаперво он у меня спрашивает, да, и что мне нужно нажать первонаперво. Первонаперво идет, собственно, проверочка того, как вы себя, собственно, чувствуете и так далее, и тому подобное. То есть всплывает окошечко, в этом окошечке написано, значит, подтвердите соблюдение правил безопасности, то есть, и вы должны свайпнуть там или вверх, или вправо. Потом, значит, у вас спрашивает, я все скриншотики поставляю, то есть, как надо правильно делать, да, все это. У вас спрашивает, вы должны поставить галочку, я чувствую себя хорошо, то есть, вы ставите галочку. Потом, на мне есть защитная маска. Здесь epic fail. Вам надо одеть масочку на лицо, подвести камеру. Камера распознает, есть у вас маска на лице или повязка, либо же нет. И сфотографироваться. То есть там фото с маской или повязкой на лице. То есть, да, какая-то повязка тоже проканает, собственно, так, да. И значит, потом дальше, следующая галочка. Я соблюдаю дистанцию. Вы должны отметить, соблюдаете ли вы ее. И еще одна галочка. Я предоставляю пассажирам дезинфицирующие средства. То есть вы должны, если у вас нет, вы должны их получить в Uber и, собственно, предоставить клиенту. После прохождения всего этого вы нажимаете «Всегда готов к работе» и погнали. Так что как-то так, ребятки. Вот такие вот новшества в связи с карантином. Собственно, такие новшества. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте колокольчик и советуйте друзьям. Пока-пока, до новых встреч.